Смотрите в этом видео. Просто не сигнал, а песня. Вот такие моменты на копе заставляют сердце сжиматься. Что? Ага. У нас, похоже, серебро. Выглянуло солнце. Я охренею с такой зимы, как говорится. Еле-еле вытащил. Ха-ха-ха, чешуя. Приветствую всех, кто смотрит меня. Сегодня очередной наш зимний выход. Конец декабря, скоро Новый год. Сами видите, какая у нас погода. Плюсовая температура. Поэтому мы продолжаем копать. Ладно, вперед в поле. Смотрим, что нас сегодня ждет. Ну что, пока только ничего интересного. Минут 15 хожу. Ну вот первый сигнальчик. Интересный может быть. Я не доставал, сейчас будем смотреть. Сигнал 25 лет. Торговой ямки. Глянем, что там будет. На более крутых ям, свеженьких. Смотрим. Подарит крот. Где-то вот здесь. Крот нам подарил. Эх, подарил он нам кусочек губной гармошки. Что, ну вот мы наконец-то и что-то выкопали. Первая находка из глубины веков. Сейчас смотрим, монета большая относительно. Что за монета? Тоненькая. Ну, наверное, скорее всего, 2 копеечки будет. Да, похоже. Ну ладно, выясним, помоем. По размеру на 2 копейки похоже, по толщине не очень. Ладно, узнаем, идем дальше. Ну что, продолжаем наши копания декабрьские. Ну вот, был очень хороший сигнальчик, 37, тоненький-тоненький. И вот у нас появилось на свет нечто. Что-то у нас появилось. Копеечка. Да, 1 копейка. Что-то там видно. Ладно, находки. Пошли монеты. Отлично. Вот такой вот зимний заснеженный пейзаж. Ветерок. Обещали солнышко сегодня. Мы посмотрим, будет или нет. Ладно, двигаемся дальше. Что, у нас отличный сигнальчик. Сейчас в онлайне копанем его. Просто не сигнал, а песня. 38. Но это... должно быть что-то интересненькое. Что будет? Выкопали. Просто заливается. Песня какая-то соловья. Ну посмотрим, какая это будет. Что значила эта соловлиная трель? Монета? Нет, не монета. Соловьиная трель это была... блин. Пуговка или заклепка.
звенящий звук. Так тоже бывает. Ладно, продвигаемся дальше, продолжаем поиски. Ну что, у нас снова симпатичный сигнальчик. Ну посмотрим. Как раз в этой стружке что-то у нас пищит. Ну что будет? Ну что, находка или очередной шмурдячок? О, находка. Монетка. Так, ну это у нас 2 копеечки. 711-12, это какой-нибудь год, наверное. Ладно, отлично. Двигаемся дальше. Вот и онлайн-находка. Двигаемся дальше. Вот такие моменты на копе заставляют сердце сжиматься. И потом разжиматься обратно. Выглядело так красиво. Ладно. Двигаемся дальше. Ну вот сейчас очередная у нас монетосина. Он вылезла. Достал ее вообще с глубины. Довольно глубоко сидела. Что это такое? Ой, где она? Так. Такое. Кто ты? Так. Уж не совет ли? Очень уж мне. Да? 1980. 5 коп. СССР. Ну ладно. Берем. Ладно. Двигаемся дальше. Совет тоже монета. Продолжаем рыть монеты. Ямы здоровые. Сигнал довольно низкий был, 15. Что это будет у нас? Наверное, совет, скорее всего, мне кажется. Ну да. Это дореформенный совет. Они как раз низкими звенят. 15 копеек. Год. Сейчас настраиваюсь. 40 какой-то. Ладно, чищу, гляну. Ладно, хорошо, идем дальше. Ну что, выглянуло солнце. И охренею с такой зимы, как говорится. Да, через несколько дней Новый год. Здорово. У нас солнышко светит. Около 10 градусов плюс. И мы еще копаем. Ладно, идем дальше. Ну что, ха-ха. У нас, похоже, серебро. Я сначала подумал, какая-то хрень, алюминий пробка. Взяв в руки, я увидел, что это крышка согнутая, правда. Бедная. Ага, вот у нее и проба. Отлично. Скорее всего это. Сейчас посмотрим, что тут написано. Так. Сейчас. Ладно. Сейчас мы ее разогнем. Что нам ее жалеть? Так, ну вот, разогнул я ее. Да, это крышка от часов. Ну, здесь уже хорошо, что не отломалась. Отлично. Ну, то, что она серебряная, это точно. А вон тут какое-то название. Сейчас посмотрим. Пишут галлоны. О, номер даже есть. Ну, это вообще отлично. Ну, он там. О, сколько здесь всяких клеем. Короче, информацию мы про нее я уже потом поищу и расскажу. Покажу, как это выглядело раньше. Ну, отличнейшая находка. Я так и думал. Вернее, не думал, я думал, давненько у меня не было серебра. Отлично. Идем дальше.
Так, у нас вылезла монетка, сигнал был низкий. И мне что-то кажется. Так, что за монета? А, это не монета, а по-моему вообще. Смотрю, блестело что-то. А это, похоже, пуговка. Да ладно, почистим, посмотрим. Довольно интересная пуговичка была. Жалко, без ушка. Но да ладно. Берем, идем дальше. Что, с глубины какой-то выковырил предмет. Я пока не знаю, что. Что-то блестит. Пластмасса какая-то. Москва. Цена 80 копеек. Москва. Вот. Ё-моё. Что? О, она крутится. Это губная помада оказалась. Тут у меня прошлая находка была. Вот такая вот интересная штука. Вроде как цветочек, кто-то собака загнутый оказался. Вот если кто-то подскажет, что это такое. Ну, сначала подумали, ручка. В общем-то, вряд ли ручка. Если у кого есть какие мысли, буду очень рад выслушать. Так, идем дальше. Сегодня исключительно, по-моему, удачный день. Сейчас покажу. Еле-еле вытащил. Ха-ха-ха, чешуя. Ух ты, какая радость. Так, что? Отлично. Сигнал вообще был дерьмовый. Там еле зацепил его, так что с обратной стороны сейчас почистим. Так. Ну ладно, отмоем, посмотрим. Отлично. Чешуя. В этом сезоне еще, по-моему, не находил чешую. Ну, супер. Здорово. Отличнейшая находка. Сегодня день удачный. Ладно, идем дальше. Так, ну что, у меня немножко садится уже батарея, и коп тоже уже двигаюсь к машине. Ну что, сегодня довольно интересный коп был. Были монетки, были находки, два серебришка, очень-очень порадовали. Вот. Погода декабрь, скоро Новый год, но погода нам позволяет копать, поэтому если будет возможность, будем еще выезжать. Вот. Спасибо всем, что смотрели. Я еще пойду к машине, если будут находки, еще покажу интересные. Вот. Спасибо еще раз, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Также анонсирую, скоро будет конкурс новый с призами. Это будет не рандомный конкурс, конкурс викторина, поэтому следите за новостями на канале. Вот. Все. Всем спасибо, пока и до новых встреч.